За всю мою жизнь я занимаюсь с самого детства, так скажем. Первый раз меня посадили в лодку родители в 7 лет. Вот. Первые мои соревнования были, наверное, в этом же возрасте. Вот. Спорт мне дал, в первую очередь, наверное, характер закаленный, потому что столько всего пройдено уже. Вот. Во-вторых, целеустремленность становится прям, дай Боже, не только в спорте, в любых других начинаниях это очень, ну, мне, по крайней мере, сейчас откликается, так скажем. Ну, в целом, я, наверное, благодарен своим тренерам, первым тренерам, родителям. Они мне дали, ну, вложили в меня неоценимые силы, за что им огромная благодарность и уважение. Еще один вопрос. А что бы ты пожелал на День физкультурника всему спортивному сообществу Тверской области, Твери? Вот если кратко, можно какое-то пожелание? Если не получается, не опускать руки, двигаться только вперед. Понятное дело, что не все станут великими профессиональными спортсменами, но это закаляет дух человека и помогает ему в целом двигаться дальше по жизни в хорошем русле. Спасибо большое. И можно еще вопрос по Олимпиаде? Вот уже говорил, комментировал, уже читали мы. Вот вы выходили и квалификацию, четвертьфинал и полуфинал, ну, почти с последнего места. Такая тактика была или что? Ну, частично можно сказать и так, да. Единственное, были нюансы, несомненно, были нюансы. Связаны они с тем, что наши напарники по четверке еще, ну, гонялись не только эту дистанцию, а еще две дистанции сверху. Вот, у нас было мало времени, чтобы подготовиться к старту, и, ну, то есть с каждым заездом мы по чуть-чуть получше набирали обороты. В целом, ну, мы тренировались нормально на сборе, у нас все получалось. Просто после перелетов, смены воды там, и так далее, мы тренировались на горячей очень воде. Грибцы поймут меня, знают, что на горячей воде легче тренироваться. Приехали туда, там вода более плотная, соленая. Вот, в четверке мы на ней до заезда не выходили. И, соответственно, с каждым заездом получалось маленько побыстрее проехать. Я думаю, что в целом все сложилось так, как сложилось. Сейчас уже назад не отмотать, ничего не поменять. Вот. Но думаю, что мы могли показать более достойный результат. Может, не выспались в этой ночи накануне финала? Да нет, выспался. Поздравляю, молодец. Спасибо. Выспался. В целом со сном проблем не было. В этот сезон закончен или еще впереди? В этом году будете выступать? Да, в этом году у нас еще один заключительный старт остался. Через 3 недели чемпионат мира в Дании. После него уже отдохнем. Тоже в четверке? Тоже в четверке, но надеюсь, там будет все на нашей стороне. Состав другой будет или такой же? По составу я не знаю, но я думаю, что такой же. Потому что отбор у нас проходил на чемпионате России, я думаю, изменений не будет. А на Париж заглядываете? Настрой пока после таких Олимпийских игр у меня первые мысли были, что все, хватит. Но сейчас маленько отдохнул. Думаю, что попробовать можно.